Оба-на. Это кто? Пирамидоголовый? Корзина какая-то. Что это? Ух! Юколь! Нажмите так, ЛТ, чтобы прицелиться, РТ, чтобы выстрелить. На. О, тихо! Эгэгэй, здорово всем, вы на канале Funny Games TV, мы продолжаем с вами проходить Silent Hill. Так, застряли мы с вами... как его, что это за место? Это у нас жилой комплекс Woodside. И нам нужно, мы открыли, по-моему, дверь. Нам нужно проверить вот сюда, да. Ага, пойдем попробуем пройти. Вспоминаем управление. На ходу. Так, не знаю, что мы тут сделали. Ну, вернее, для чего нам сюда попадать. Мы подобрали с вами фонарик в прошлый раз. Так, ага, тут заперто. Так, давай смотреть, где это мы. Так, понятно, вот здесь. Туда выход в парк. Угу. Выход в парк, так. Это можем мы сюда подвинуть и залезть. Понятно. Давай еще поглядим. Короче, мы продолжаем искать жену, которая нам написала. Так, тут открыто. Тут тоже заперто. Понятненько. Это плохо, так. Это что? Это не разбивается. Ладно. Ну тогда да, надо, короче, двигать вот этот... Я не знаю, что, бак? Видимо, бак, наверное. Угу. Так, двигать можем так, так. Ну и вот так, собственно. Давай, давай, залазим. И залезем сюда. Так, и окажемся мы в другой половине. Вот это 112 номер. Ага, здесь уже рация начинает мозги парить. Так, убийство Дикейла Кейн. Виновник покончил с собой в камере. Утром 22 числа Уолтер Салливан, виновный недавнего убийства детей, был найден мертвым в своей камере. Преступник покончил с собой по сообщению полиции. Причиной смерти послужила кровопотеря, вызванная нарушением целостности наружной и яремной вены. Яремной вены. Рана глубиной около 5 сантиметров. Нанесена ложкой. Вау, жуть какая. Салливан был взят под стражу 18 числа по подозрению в жестоком убийстве Билли и Мириам Локейнов. Одноклассник Уолтера Салливана, вместе с которым тот учился в родном Плезант Ривере, уверяет, что хотя Салливан не был похож на где-то убийцу, незадолго перед задержанием преступник впал в панику. Он кричал очень странные вещи. Он меня убьет, он хочет меня наказать, это чудовище, этот красный дьявол, простите меня, это я, но я не виноват, вспоминает он. Вообще, конечно, он был тот еще псих, заключил бывший одноклассник убийцы. Боже, что за жуть. Так, тут можно что-то обыскать, но фига нету, да? Так, и что за комнатка? Так, рация все сильнее, не рация, вернее, а боже, фух. У меня тут что-то было. Ага, так. Патроны опять. Патроны, так. Где враг? Еще он сам сразу дубину достает, когда враг рядом. Ух! Жуть, чуваки. Я еще ночью сижу, записываю. Это вообще жутко. Так, вот за этой дверью, да? Она заперта. Значит, вот тут в шкафу. Нет, значит, вот за эту дверь. А, пауки, что ли? Нет, таракашка, он там. Где ты? Вонючая таракашка, где ты? А! Поймал я тебя, говно. На таракашку тоже реагирует радио. Так, сюда. 111 запертый. Угу. Так, тут открыто, туда можно дальше. Ладно, давай тут посмотрим. Есть кто? Ага, так, обыскать можем. Давай, открывай.
Ну тут пусто, блин. Какого черта? Лазишь везде, везде пусто. Ой, тут что-то темно слишком. О! О, жесть! Ну ты говнина! Тупая! Держи! Нифига он уворачивается! Получи! Давай! Вонича! Четырехножка! Держи! По башке немножко. Умирай, нафиг! Умирай! Ладно. Так, ну мне... Почему сейчас радио не реагировало на нее? Вообще тишина была. Так, найди на патронов еще. Патрон, так, тут заперто. Нафига мы сюда вообще приперлись туда? Так, ну окей. Ничего нету, так, обыскали чуть. Кстати, вот эти верхние шкафы, я не смотрю, они открываются, но, видимо, нет. Так, ладно. Давай смотрим, что мы здесь с тобой. Так, мы, значит, да, 111 это, 112, 110 осталось посмотреть. Дверь справа должна быть. Ага. Заперто, 110 тоже. Так, хорошо. О. Вот это не... Там не ключ лежит? Оба-на. Что за ключ мы использовали? А, с другой стороны открыли. Оба-оба. Ключ. Там ключ лежит. Да-да, до него можно дотянуться. Палкой возьми. Подтяни. Девочка, ха-ха. Эй, подожди. Животок. Вот черт. Откуда здесь ребенок? Реально. Так, это где было? Ага, вот тут решетка. Так, вот тут мы сможем сейчас пройти, да? Реально, а что за девчонка? Так, нам надо вернуться назад, да? Вот она побежала где-то. Здесь? Да, опять замыкается. Так, 104-й. Заперто. Вот тут 105-м кто-то. Заперто. О боже. 106-м. Заперто. О май гад, что за звуки? Заперто. Так, я же здесь был, да, наверное? Или не был? Черт поймешь. Стекло. Фен лежит старый. Кстати, какие года в игре? О! Так, подожди. Повернуть, говорит. Ага. Ух ты! Что-то упало и платье. Так, ручка в виде золотого яблока. Хорошо. Ручка в виде золотого яблока, это отлично. То есть я еще в этой половине не был? Так, это мы где? Смотри, 108. 106 заперт. Но, видимо, можно открыть или... Или что, непонятно. Так, ладно. Так, вот с той стороны, значит, ключ. Да, вот он, тут должен быть. А, так, ключ от коридора, второй этаж. Окей. А девчонку куда делать? Так, записка вижу.
Ладно, давай прочтем. Так, прочитать. «Одинокие цветы». Роберт Шуман. Ор 82, номер 3. «Одинокие цветы». Угу. Ладно. Ничего не понятно, но очень интересно. Очень. Блин, какой-нибудь дробовик бы, блин. Чтобы с этими уродами разделываться. Так. Фух, так, тут никого. Слава богу. Ага. Хм. Неплохой художник. Хагрид, неплохой художник. Заек каких-то нарисовала. Оба-да. Лекарство. Сюда. Отлично, напиток. Так, вон еще у нее рисуночек. Значит, здесь девчулька, как она в темноте в такой живет? Так, ну это непонятно. 8, 6, что-то и 3. А, вот ее еще рисунки. Ясно. Кто-то орет. Так, в 108 мы были, да? Да, вроде бы в 108 мы уже были. Да, вот 106. 108 мы там видал. Какая-то галочка. Ага, вот здесь, да, решили мы. Галочку поставили. Типа решили головоломку, галочку поставим. Где ты? Ага, вот 106. О, здорово! Старый, добрый, приятный. Сюда? О, не-не-не, только не плюйся. Кислота тупая. Тихо. Ну, сдохни. Да, кислота плюется. Так, ой-ой-ой. Здесь очень много тараканчиков. Но тараканчики такое себе. Откуда они ползают? По потолку? Да. Сдохните. Так, минус один. Минус второй. Ху, хорош. Так. Там, кстати, что-то было. Я в прошлой серии мы читали с вами, что в каком-то номере говорит, пистолет, типа выстрелы, вернее, слышали. Возможно, там мы пистолет найдем. Только вот вспомнить бы этот номер. Я не помню, какой-то, но, по-моему, на каком-то втором этаже, 200 какой-то. Так, ну тут нифига вообще. По сути, чё? Мы сюда пошли только ради ключа, правильно же? Так, это заперто. Заперто. Всё, ух. Наконец-то мы вышли. Я не помню, мы здесь были? Душевой. Oh. Так, да, здесь мы открыли это туда проход. Угу. Можем пойти сохраниться. Здесь у нас головоломка вот с этими штуками. Кстати, мы тут ручку нашли. Ключ от коридора. Ключ не подходит. Ну да, сюда что-то надо. Непонятное. Так, хорошо, давай сохранимся. Можем сохраниться. Ого, уже сохранений сколько. Так, так, так. Тут вроде бы никаких у нас загадок нету, да? Оба-на. Откуда вы взялись здесь, эй, уроды? А решетка вот эта была открыта? Пошел ты, давай. Ой, хорошо. Давай, 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 плюйся. Ой, хорошо. Вот и быстрее их стали метели. Наверняка что. Так. Ага, 101. Да, вот это закрыто было. Эта часть была закрыта, чуваки. Так, 101 закрыт.
Вот открыто. Кто тут? Пусто. Пусто. Да уж. Пусто-пусто, не густо. И чё? День Святого Валентина. 4. День Святого Валентина. 4. Угу. День Святого Валентина 4. Непонятно. Ну, очень интересно. Так, напиток лечебный. Трость какая-то там. Ключ лежит или чё? Угу. Здесь нифига. Стекло разобьем нафиг. Так, ну ладно, какая-то инфа у нас есть. День Святого Валентина 4, что бы это ни значило. Это, я думаю, нам пригодится. Так, давай вообще посмотрим по всему этажу. Мы только не были вот в этой стороне. Видишь, 114, 115, 117, 116. Вот там мы не были. Туда попасть можно только через двор. У нас есть, кстати, какая-то ручка. Вот еще дверь, которая тоже заперта. Так, тут лестница на второй этаж. Да, мы сейчас сходим. Но сначала давай... Кстати, вот здесь что-нибудь висит, нет? Нет, ничего. Вот, мы можем вот здесь, да, пройти туда, во двор. По идее. Мы нашли с тобой ручку кругленькую. А, там, да-да-да, я только что увидел. Да, видишь, вот здесь бы мы могли с тобой пройти вот в этот как раз-таки крыло, вот в это, но мы пройти, к сожалению, не можем. А тут вот сейчас я увидел записка какая-то висит. Вот. Так, прочитать. Внимание, мусоропровод не работает. Просит не использовать до устранения неисправности. Мусоропровод? О. Это грязище. Ага, он забитый, да. Вижу, вижу. Так, ну окей, у нас есть ключ от второго этажа, значит нам наверх. Значит нам наверх. На второй этаж. В прошлый раз мы там не могли пройти. Блин, второй этаж такой тоже здоровый будет. Смотри. Нет, мы были тут, кстати, на втором этаже. Мы были, да? Вот. Мы, значит, посмотрели 202 номер, 200, вон, 201. Он у нас обведен в кружок. Да, 202 мы были. А тут 201 мы... Ага. Ключ от второго этажа не подходит. Но на нем какой-то знак, смотри, видишь? Дерево. Стоит. Причем, по-моему, на других дверях я не замечал таких знаков. Да, тут нету, просто цифра 202 и все. 202 номер или квартира это. Так, тут закрыто. Так, ключ, по идее, вот. А, вот как двигать. Вот. Открыли коридорчик. Так, давай смотреть здесь. Нифига здесь у нас номеров. 204, 206, 5, 7, 8. Лестница. Короче, здесь жесть. Так, притворюха лежит. Типа мертвый. Да? Чё притворяешься? Думался, не понял, что ты притворюха? А? Фарс с тебя сделаю. Не знаю, надеюсь, сдох. Так, тут закрыто. Закрыто. Так, ясно, ладно, идем потихоньку. Деревяшки. Какое-то окно. Во двор. Тут что? Какие-то тряпки.
Можно пролезть? Нет. Так, ладно. Куда идем? Так. Обана. Это кто? Пирамидоголовый? Пирамид Хэт уже здесь. Офигеть. Просто стоит, смотрит за нами. Жесть. Так, подожди, я там пробежал все эти двери, чуваки. Так, эта дверь закрыта, понятное дело. О, открыта. Смотри, чё. О-ба-на. Монетка лежит, кстати. Но не достать, да, её? Это мусоропровод. Он забитый. Монетка лежит, то есть надо что-то бросить тяжёлое, чтобы это все провалилось туда и потом, собственно, забрать. Да, пирамид Хэт стоит. Жесть. Он же уродец, а. Ого. Музыка какая-то. Что за музыка? О май гад. Что за музяка? Так, тут пролезть можно? Есть что? Могу, он здесь вот только играет. Вот в этом месте. Оба-да, это что? Чё это значит? Мы уже вот несколько раз вот такие темы находили. Так, окей. Все заперто, блин. Так, ну ладно, мы здесь можем пролезть, в принципе. Куда это мы попадем? Давай ну-ка смотреть. Так, с 213-го там занято. 212-й, смотри, вот мы не проверили, да? Номер. Попадем в 200... А, вон, 217-й почему-то у нас стоит вопросительный знак. То есть тут должна быть лестница, но ее нету. Так, читаем. В связи с ремонтными работами просим арендатора воздержаться от посещения третьего этажа. С уважением, места жилого комплекса будут сайты. То есть третий этаж недоступен нам. Ручка в виде золотого яблока. Ага, здесь ключ нужен. У нас его нету. Так, ну вот. Смотри, дырка. Здесь нужна ручка. Угу. Так, тут заперто, тут заперто. Тут заперто. Так. Окей, здесь что-то есть. Ничего нет. А, нет, патроны. Еще патроны. Корзина какая-то. Что это? Ух! Пикуль! Нажмите так, а вот ты, чтобы прицелиться, РТ, чтобы выстрелить. Наконец-то пистолет. А перезарядить? О, ой! Я же не нажал. Это что такое? А, бутылка. Патрон. Три штуки. О, хорошо. А, и дубиной могу бить, если не целюсь, да? Все, понял. Так, окей. В кого стрелять только будем, а? Пока Кто это? Кто это орал? А если по замку выстрелить?
Как тут не открыть? А если выстрелить в замок? Ручка нет. Наверное, так не сработает, да? И давай попробуем. Нет. Ну ладно, я должен. А перезаряжать? Все понятно, на X. Ладно, я должен был попробовать. Обану. Это кто? Че в мешке? Боже, нет. О, жуть какая. Мне не надо, я бы тоже не трогал чел, но там я увидел за этот ключ. Жесть. Так, что за ключ? 212 номер. Ключ от квартиры 212. Ага, вот она напротив. То есть нам надо выйти сейчас сюда, и вот 212 номер. Понятно? Так. Здесь никого. Эй, что-то фонарик вот. Слабо светит, нет? Так, здесь же мы были, да? Да. Там это мусоропровод. Так, нам же сюда, да? Где 200? Да, он прямо. Ага, вот решетка. А, вот здесь пирамида головы уже стояла. А, ключ от 212, да, давай. Оба-на. Никого. Вроде бы. Просто открытые окна. И балкончик. Боже, что за звуки, а? Ладно. Так, давайте кухню залутаем. Да, есть лекарства, окей. Уже что-то дофига мы их собрали. Так, а, мы через балкон просто попадем. Кто-то ходит, нет? Вроде никого нет. Пипец, какой туман, а. Через балкон попадаем просто в другую комнатку. А тут уже есть, вот уродец. На. О, тихо! Тихо! Чтобы оттолкнуть? Ух ты, уродину! Ты как? Я прям выстрелил еще, блин! Посмотри, что творит, а? Вот же конченая какая. Четвероногое создание. Кто тут? Еще кто-то хочет пулю? О, фотография. Так, 7, 4-7, это вторая. Так, скромное начало карьеры. 4-7. А что это означает? Что на фотографиях вообще-то раз? Корзина какая-то. Так, дубина это у нас, по сути, постоянное оружие. Ага, перелезть можем. Оба-на. Патроны. Давай перезарядим. Так, а чё мы сюда приперлись-то вообще? А, мы сейчас где-то окажемся, по идее, да? А, так мы за решеткой. Мы теперь за решеткой, да, вот. 210-й мы перешли по балкону с 212-210-й, и теперь мы вон в этом крыле. Сейчас 209-й будем изучать. Так, он закрыт. Да блин! Пекарь, что такое? Вообще не убивает никого, что ли? Сколько патронов надо? Их и нету нифига! Смеетесь? Я думал, пистолет хотя бы с двух пультом будет вышибать что-то. А ему вообще по барабану.
Раз. Два. В бошку сейчас капитально попал. Три. Сколько патронов? Четыре. Вы смеетесь? Четыре патрона они дают там вообще по два штучки. На, говнина. Тупой! Сдохни! Еще кто-то? Так, еще балкон какой-то. Ага, оба-на. Ой, хорошо. На третий этаж можно подняться. Двести седьмой. Welcome home. Да, welcome. Пошел! Пошел! О, блин! Тихо! Держи, держи, говно! Я просто принимаю тебя! Ах, тупой ты говно! Welcome home. Вот патроны, смотри. Сколько? Два патрона. Жесть, а убить этого мансериала даже простого четыре надо. Ну вы гоните что ли? Что за смех-то? Хотя бы с двух патрончиков или с трех бы. Да блин, даже с трех много. Три патрона для этого монстра очень много. Ну палкой надо, короче, вырубать. Так, welcome home. Тут как будто что-то блестит. Торт, смотри, сгнил уже. Смотри. Жесть. Так, подожди. Вот уродина! Я взял, тем не скликнул, и на карту открыл. Давай, давай, добивай его. Блин, урод, выскакивает прям. Так, ладно, шприц применим. Я хотя не знаю, в чем разница между шприцом и... Еще патроны. Бит, 10 патронов, ты посмотри, 10. Так. А, мы тут все посмотрели. Но нет у нас еще тут, вон, 205-й, 208-й. Давай посмотрим, потом уже лестница. А, тут еще одна решетка. Еще одна решетка, смотри. Угу, да, в 205-й, смотри, не попасть. А, хотя мы там были, да, че я туплю, мы там были. Вот тут мы не были. Урод, а? Выскакивает прям пипец. Из-за угла четырехногий. Уродец. А, еще рука одна. Ручка в виде золотого яблока. Использовал. Ух ты ж. Перемещение камеры. Ну, она перемещается, но вот так, чуть-чуть. Это что за комната такая? Жесть какая-то. А-а-а, понял. Подожди. Еще записка? Так, наверное, ты обвинишь меня в жестокости, но это ошибка. Это тюрьма твоих рук дело. Ты строил ее на моих глазах. Отгораживалась от мира, погружала себя во тьму. Этот выбор сделала ты сама на моих глазах. Делаю раз за разом. И на этот раз будет так же. И снова я буду смотреть. И снова я буду смотреть. А, то есть какая-то комнатушка. Где какой-то чел наблюдал за кем-то. Что за жуть? Джеймс? Так, 7. Цифру вижу. Прочитать. Справа виднеется крыши домов. Влево уходит цепочка следов. Нашел ли путник дом? Скажите, кто знает. Или путь справа в ад?
где память его обжигает. What? Я не понимаю, как это работает. Ладно. Блин, когда целюсь, фонарь как будто вообще не светит. Нет предметов. Пипец, короче, здесь. Но тут, возможно, есть какие-то разгадки в этой комнате, потому что я вижу здесь цифру 5, 6, 7, 2. Эй, а как мне выйти теперь отсюда? Вы рофлите? Меня заперло там. То есть мне по-любому надо решать эту головоломку? Да, прикинь. Меня заперло тут, я теперь назад пройти не могу. Офигенная загадка, просто офигенная, чуваки. Один, один, смотри, 11. Я не понимаю, это до... 7. Справа виднеется крыша домов. 7, 9. Ага, 7 и 9, вот видишь? И там четко 11, 7, 9, 11. Цифры не видны, вот только вот здесь. Вот, 7, 9. 13. Ага. Справа виднеется крыша домов. 13, то есть, да, крыша домов, это начало идет. Потом, что он говорит там? 11? 13, 11, 7, что ли? 7 только. Девятку нет, девятку не приплетаем, потому что девятку и так видно. Видишь, именно вот семерку видно. Больше я не вижу таких цифр, которые бы проявлялись либо именно на фонаре, когда на них светишь. 13, 11, 7, что ли? Так. Смотри, оказывается, тут есть разница, куда поворачивать. Смотри, 13. 7. 11. Ву! Хорош! Монета мужчина. Перевернуть. Какой-то нож. Ясно. И ключик. Стальной ключ. Хорош. Влево, вправо. Вот что это означало. Это куда крутить надо. Нет, стальной ключ, да. Хорош. Мега хорош, чуваки. Так, с какой-то я стороны? Давай смотри, где я. Ага, вот 204, 205. Тут кто-то есть. Уроды. Сдохните. Где еще? Таракашки еще где-то ползают. По потолку? Ключ. Ключ от маленькой лестницы, второй этаж. Умри. Так, открыл еще куда-то проход. Так, подожди, ты куда, блин, открыл? Это маленькая лестница, говорит, второй этаж. Ёлки-палки. Так, ага, это заберем, пожалуй. Кухню облутаем, да? Так, окей. Здесь мы вроде все посмотрели, да, теперь? Так, нет, вот тут еще где-то. Ага, тут закрыто. О, можем открыть эту дверь. И куда выйдем? Угу, выходим сюда. Так, ключ. Значит, у нас вот 201 пока. Значит, 201. Так, подожди, а где-то же мы лестницу уронили. Вроде валялся, теперь его нету. Вон ходит уже маленький. Иди сюда, говнюк. Ой. Ага, сейчас. Сдохни. Сдохни. Подожди, мы с лестницы, да, опустили на низ, наверх там что-то.
А где это мы сделали? Так, вот здесь проход, вот там. Вот это ключик. Да, есть. Открыли на третий этаж. Так, подожди. А лестница где у нас была? Так, это чел. Телек сидит, смотрит. Ну вот это жесть, да, конечно, блин, жуть. Че он там смотрит? А, так там мозги его. Так, и да. Вот это я вспомнил. Подожди, где эта лестница, которую мы тут можем пробежать? Вон лестница, и вон туда еще на третий, на четвертый этаж лестница. Вот там мы не были. Как-то же здесь мы должны это сделать. Да, вот. А, так тут и не пройти, боже. Вонючие ящики. Топы. Так, хорошо, надо вернуться тогда. Вон туда, надо идти направо. Нам надо идти вот сюда, вот на эту лестницу и наверх. Да, вот. Вот эту дверь мы только что открыли. Так, если вниз спустимся, это первый этаж будет. Возможно, там откроем какую-то дверь с другой стороны, нет? Ого! Да, мы вот в этот блок попали. 115, 114, 117, 116. Кто-то кашляет. Тут снутри можем теперь открыть. Все. И теперь можем бегать между этажами. Так, вон. Ага, а тут 113. Смотри, закрыто. Нам, значит, сюда. Так. 115 закрыто. 114 закрыто. Так, здесь кто-то кашляет. 117 закрыто. Ага, вот это остается. Кто-то блюет. О боже. Че убитый какой-то. Патроны. Так. Кто там блюет? Who's there? Кто здесь? Это не я. Это не я, честное слово. Тихо, что случилось? Парень, я его не трогал, я пришел, а он уже там. Кто он? А, ты про тело на кухне? Это не я, честное слово. Его убил не я. Не кричи, я тебя ни в чем не обвиняю. Меня зовут Джеймс, Джеймс Сандерланд. Эдди. Я Эдди. Эдди, ладно. Эдди, ты тут живешь? Нет, я вообще не местный. Просто... Тебя что-то сюда привело? Да, да, наверное, так. Я... За мной погнались. Я не знал, что делать, решил бежать, пришел сюда. Надеялся, что тут безопасно. Тут труп в холодильнике. Тише, дыши глубже. Слушай, здесь тоже опасно. Эти твари, весь этот город. Здесь творится что-то неладное. Стоит у тебя носить отсюда ноги. Да, да. Ты прав. Пойдем вместе. Может, вдвоем выбраться будет проще? Прости, но я не могу уйти. Пока не могу я. Мне нужно найти одного человека. Эх. Эдди. Знаешь, Эдди. Be careful. Будь осторожен. Хорошо? Ты тоже. Да уж. Это старень. Странный. Паренек.
прибежал, говорит, сюда, тут уже трупы. Так, там уродцы, тут можно выйти в окно. Так, ну тут мы... Да, ну вот этот чел, конечно, жесть. Холодильники. Кто это? Так, подожди, мы на третий этаж так и не... Давай сейчас, да, пробежимся до третьего этажа. Может, я так и не понял. Но они сказали, третий этаж закрыт. Ну, точно ли это так? О, патрон пропустил. 5 патронов. Нифига себе, щедрость. Первый раз дали. Так, вот. О, сохранение, я не заметил. А ну-ка, сохранимся, да. Так. Третий этаж, говорит, там он закрыт на ремонт, якобы. А ну-ка, так это или не так? Так, четвертый этаж точно заперт. Здесь. Ничего, давай здесь залутаем. Так, ага, закрыто. 313 закрыто. Есть кто? Так, тут вроде как ключ нужен, что ли. Ну да, похоже, что здесь ремонт идет, но... Ага, уроды. Там бегает. Тут закрыто. Оба-на. Давай, сюда, выходи. Не хочешь? Ну ладно, уродец. Где ты? Держи. Да блин, я нажимаю. Ага. Лови. Лови, говно. Добивай его. Добивай. Отлично. Добил. Ух. Двоих размотал. Тупых. Многоногих. Так, надо выпить, наверное, лекарство, чтобы полегче было. Так. Где мы вообще по карте? Ага, 313 и 309. Два между собой соединены. Две квартиры. Ага, увидел. Лови. Да, нормально вот так, если пару патрончиков, а потом еще дубину добивать. И ногами дотоптать, блин. Говнину тупую. Давай, давай, давай. Так, сколько патронов дадите? 2. Ну, как обычно. Оба-на. Так, опять радио с ума сходит. Так, это вообще другой номер. Угу, еще патрончики, еще 2 штуки пойдет. Записка. Так, прочитать. Я знаю, тут что-то есть. Знаю, чувствую. Снаружи не видно, но это иллюзия. Она внутри пульсирует, хочет выбраться. Она хочет выбраться наружу. Может, мне надо забраться внутрь? Я докопаюсь до него, вытащу на поверхность. Буду снимать слой за слоем, пока не увижу. Я знаю. Оно там. Так. Перевернуть еще можно. Буду снимать слой за слоем, пока не увижу. Я знаю, оно там. Так, окей, блин. Че за чушь, непонятно, ну ладно. Так, мы же отсюда, да? Да, здесь я их прибил. Вот сюда мы еще можем пройти. Где-то еще уродцы. Что я чувствую. Рация их чувствует. Угу. Так, тут пусто. Так, тут вот все за дверь. Закрыто. Так, опять выход на балкон. Ну да, конечно же. Двое. Ой! Ой!
О, блин, как же оно больно было, да? Так, одну и вторую тебе топтай. Сдохните, блин. Так. Ну-ка давай по карте посмотрим. Блин, внутри... Смотри, какой здоровый он этаж тоже. Ну, такой же, считай. Тоже столько комнат. Так, сейчас мы еще через балкончик опять перейдем куда-то. Ага. Вот родина убежала. Давай, вылазь. Где он? Хитрый, а? Колено посолил, видал, оно на колено упало. Может, по колену не тогда реально, по ногам стрелять? Фух. Так, едьбу сюда. О, это не едьба, это лекарство. Так, записка. Боже, сколько тут всего. Я ошибался. Нет, не ошибался, но был не совсем прав. Надо снять еще свой, дойти до крови. Что за бред? Я искал снаружи, а оно внутри. Во мне что-то живет. Ясно. Дядя сошел с ума какой-то. Ага. Тут можно проползти. Тут можно открыть. Ага, ясно. Так, еще шприц. Это хорошо. Так, ну давайте проползем тогда сюда, что ли. Божечки. Ну что? Сок в банках. Найден сок в банках. А, подожди. Если туда кидануть, чтобы оно провалилось. Ага. Ох ты, ж монетка упала. Я ж говорю, да, чуть тяжелую надо кидануть. Ясно. Мы уронили монетку, это хорошо. Чё там? Ты гремишь, уродина тупая. Ты, может, меня испугаешь этим? Так, есть кто, нет? С этой стороны вроде нету. Ох, так, а где это мы? Ага. Непонятно очень, интересно. Так, давай смотреть. Так, забитый мусоропровод. Решили эту проблему. Так, теперь мы можем идти прямо и налево. И прямо и направо. А, хотя мы отсюда и пришли. Да, мы сразу с вами пошли налево вот сюда. Можем еще теперь сюда пойти. В эту сторону. А тут у нас... Просто патроны. Тут у нас просто патрон, да, и больше нифига. То есть, по сути, нам на этом этаже больше делать нечего. Да, потому что мы не можем. Нам надо вот, если вот через вот эту лестницу в другое крыло попасть. А так... Угу, все. Вот тут все, что могли, изучили. Тогда идем. Подожди, не показалось ли тут? Ладно, тогда идем, сохраняемся. Так, это не ломается. Давай, сохранимся. Так, красный цвет надо не забывать, что это вот... Вот эта точка, в которой мы можем сохраниться, собственно. Фух, ну что ж, ладно, я думаю, на этом, наверное, мы закончим. Продолжим тогда наше путешествие дальше уже в следующей серии. Ну а пока ставьте лайк, если ждете продолжения этой жуткой истории. С вами был Максим, всем удачи, всем пока. Так, монету только надо забрать. О боже, чел.
Да, монетка есть. Еще одна. Монета девушка. Хорош. Монета девушка.